Знаете, я сама родилась на полуострове Крым, по Сандре, Ялта, мои родители там поженились, поэтому я, конечно, персонально очень рада, что Крым стал частью России. И я считаю, что это огромное преимущество во всех отношениях, даже в географическом, геополитическом, плюс у нас огромная прекрасная курортная зона, которую мы сейчас будем развивать. Через год или через два мы не увидим результатов по Крыму. Мы их увидим через 5 или 10 лет. В зависимости от того, как пойдет, да. Поэтому, конечно, Россия выиграет очень сильно, включив Крым в свой состав. Это очень важная территория, всегда была исторически, всегда будет для Российской Федерации. Просто это не произойдет за год, за два, за три. Первые годы мы будем тянуть Крым, а потом мы уже получим результаты.